Пристрастие к разного рода спортивным и творческим состязаниям у членов городской общественной организации инвалидов, как говорится, в крови. Зная любовь пенсионеров, в том числе и к интеллектуальному спорту, актив принял решение возродить на базе общества клуб любителей шахмат, шашек и домино. Можно приходить всем желающим, без ограничения возраста. Мы приглашаем всех в Дом культуры, кабинет 13. Клуб будет работать по вторникам и четвергам с 12 до 2. Наш клуб «Шашки, шахматы и домино» будет возглавлять Иванов Константин Михайлович. Он будет руководителем этого клуба, и он не только играть, но и будет показывать, и подсказывать, и учить, как играть и в шашки, и в шахматы. Он уже начал свою работу, вот уже приходят и играют. Так что, пожалуйста, приходите все желающие. Можно считать, что открытие клуба уже состоялось. И первыми его членами стали Константин Иванов и Софья Кашурникова. За черно-белой доской эти два шахматиста соперничают уже более 13 лет. Надо отметить, что в момент их первой встречи Софье Серафимовне было уже 66. За эти годы сыграно немалое число партий. И сколько их еще можно сыграть? Ведь двери нового объединения открыты для любителей шахмат всех возрастов. Желающие сразиться за расчерченной доской смогут найти в клубе любителей шахмат, шашек и домино и инвентарь, и соперника по игре.